въехал в город Сортавала, Карельская республика. Городок уютненький. Будьте внимательны, рядом школа. Хорошо, спасибо, подсказчик. В Питере небо было чистое, а здесь что-то подзатянуло. Мне осталось в районе 60 километров до конечного пункта. Ну и сейчас заеду. Друзьяки попросили хлебушка купить, батончик, да сигаретушек. Черное все, что-то. Сейчас рядом будет заветный магазин. Табачными изделиями. Красное и белое, как куда же уж без красного и белого? Так, а мне здесь направо. Получается. Чего ж греха таить, доехал я достаточно быстро, хотя все относительно. А вон и мой заветный ларечек. Так, пыль, окошки закрываем. Вот он, кофе с собой. Маршрут перестроен. Табачные изделия. Да я знаю, не переживай. Развернитесь, а затем через 100 метров поверните. Так что, налево. Ребята, отключаюсь, двигаюсь дальше в Импелахте. Рядом с бабусенькой. Так, горело финны. Чуть-чуть я вас подвину тут. Отлично. Че балалайка показывает? 45 километров, 46 минут время в пути осталось.